Женская баскетбольная дружина ЧГУ «Атланта» подтвердила чемпионский класс. Леопардовые девчата Госуниверситета второй год подряд становятся чемпионами студенческой лиги РЖД Ассоциации студенческого баскетбола России. С отчетом финала 8 сильнейших женских баскетбольных дружин студенческой лиги АСБ наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Команда ЧГУ «Атланта» битву за золото хоть и начала с четвертой позиции в табеле о рангах, но это не помешало подопечным Никиты Иванова по пути к золоту лиги поочередно одолеть хозяек игрового паркета студенток Индустриального университета «Гвардия» 83-66, коллег из университета физической культуры Петра Лезговта 71-56. Ну а матч за титул чемпионок вновь свел леопардовых с дружиной УРФУ «Сималэнд». Команда в темной форме. Но если в прошлом году встреча завершилась преимуществом в 11 очков, то ныне разрыв составил плюс 18. 76-58. Лучшей в составе дружины ЧГУ «Атланта» стала разыгрывающая Вероника Михалева, номер 10. Участница матча звезд АСБ за три плей-оффовских игры набрала 78 очков и была признана MVP финала 8. Я рада, что к золоту лиги смогла добавить титул MVP финала 8. Это весьма лестно, ведь я понимаю, что без поддержки своих девчонок я бы не смогла так хорошо сыграть. Кубок студенческой лиги РЖД не только пополнил наградной командный актив ЧГУ «Атланта». 16 леопардовых баскетболисток получили право присвоения звания кандидата в мастера спорта страны по баскетболу. Мы подтвердили свой статус чемпиона. Мы двукратные единственные чемпионы студенческой лиги РЖД. Тот проект, который мы начали, Суперлига 2-АСБ, он дает свои плоды. Спасибо руководству вуза, болельщикам и тем людям, которые были с нами на расстоянии. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.